И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, а что это? А, цветочка, думаю, мясо валяется. Это у нас файбер растительный. Ну, можно взять, наверное. С собой, может, где-то еще что валяется. Я тут разбрасывал. Не помню, что где. О, кажется, картошка сготовилась. Так, все, мясо сготовилось, воду попьем. Набавим, и надо бежать отсюда. Надо вообще затушить бы, не мешало бы. А, пускай выгорает. Мы пришли оттуда, так что туда же и возвращаемся. Так, вроде тыквы не видно, ничего не видно. Уже начинает темнеть, походу, немножко. Карта. Да, мне надо бежать аж вот сюда. Далековато, что это было, палочка. Давай, пригодится в пути. Птиц не видно. Вообще тяжело здесь найти, когда они в траву опускаются, и фиг найдешь. Так, опять я сделал то, что не надо было сделать. Собрать. Во. Так, и главное, что на медведя не нарваться. Вот оно что? Лягушка. В баню. Лягушку. Так, ну я буду бежать. Домой долго бежать, потому что 4 штуки крокодилья кожи я взял, чтобы увеличить. Веревки есть, но нужен верстак, чтобы все делать. Вроде никого. Так, дорога куда ведет? Нам куда туда или не туда? Нет, нам вон туда. Хотя вот здесь можно было бы съездить и туда, но это надо на машине ездить. В смысле, нам вон туда бежать надо. Причем я буду бежать, скорее всего, напрямую. Хотя-то, если бежать, то надо вот так вот. Но там, блин, там горы, я сильно не пройду. Либо побежать вот так. Не-не-не. Лучше вот так пробежать. Во. Направление вон в туда. Тут лужица есть. Небольшая. Ну, вода у меня есть, так что... Нормально. Что-то мне кажется, что я не туда куда-то бегу. Хотя по карте... Ну, тут камни просто, и как их придется... Приходится обходить. Ну, да, вот теперь нормально. В пустыне прикольно все это выглядит. Как будто вестерн какой-то. Так, стоп. Веточку можно взять. Это как дрова. Плюс еще можно копье сделать. А может быть, даже еще и продать их можно будет. Жабка. И в баню. Кстати, алоэ вера там что-то стоит, вера это алоэ. То есть у нас что там за оружие? Есть два копья и кирка. Не, копьем не знаю, можно ли ковырять алоэ. Нет. Киркой уж точно, наверное, не получится. Ладно. Уже прикольно здесь смотрится вот это все. Это высохшее русло реки, я так понимаю. Да. Не говорю, что ты не вылез. О, вылез, молодец. Прикольно выглядит, ничего не скажешь. Нету выключения от этого, блин. А, во. F8. Выключать. Прикольно смотрится. Чуть-то. А, камень такой, думал. Интересно. Опа, привет. Ну да, я смотрю, когда появится значок. Значок-то не появляется. Я же отключил. А, тут еще и камушки. Тоже буду собирать по дороге. Все, что лезет в карман, все буду собирать. Я уже скоро добегу до торговца. Там где-то овца ходила. Это окусню. А никакого. Опа, лягушка, ты где? А вот она. Попробуем сырое мясо, сколько стоит продажи. Блин, сколько я лягушек этих пропустил. А надо было их собирать, пробовать. Может быть, их можно продать. Мясо сырое.
по идее, должна продаваться там за какие-то... Опа, я стал тяжеленький внезапно. Пора что-то съесть. И вот я снова могу бегать. Сейчас возьму камень и буду снова тяжелый. Так, тыква, блин. Давай эту съешь тогда. В смысле? Семена тяжелые. Сколько они весят? 0,2. Это серьезно, они вообще ничего не весят. Практически. Так, надо печеньку съесть, это, наверное. Во. И бахнуть немного воды. Сколько там осталось? Чуть-чуть. Ну, я одним огурцом можно закинуться. Во. Нормалек. Так, что у нас тут? Он есть... Огурцы, наверное. Огурчики можно и собрать. Так. Да блин, что ж все время двери наружу открывается. Так, ну-ка давай. Семена огурца сколько стоит? Так, ты же продать. Почти ничего. А камушка? Камушка вообще ничего не стоит, я так понял. Да, вообще ничего. А ветки? И ветки ничего не стоят, серьезно? Как так-то? Ладно. Сырой кусочек мяса. Во, вот мясо что-то стоит. А тухлая еда? Тоже что-то стоит, на тебе. Так, картошка. 0,6. Простое мясо 0,6. Это еще меньше. Сушеное мясо 0,8 стоит. Так, сколько там? Час. Оно одновременно готовилось, так что... так мало стоит оно. Дать одну один сухарик и один еще этот. Во. Спасибо. Так, надо еще что-то продать. Так, ну сколько там? 6 белков. Ну, ешь одну. Это выложи. Давай. Во. Все, хватит. Ты все равно что-то есть купить. Я что-то все время забываю. Да, не с моими деньгами. Что-то купить. А лут, интересно, обновился или нет? Странно, где вампиры? Так, тухлятина. Ну, это, конечно, можно было пойти сбарить. За какие-то там несколько копеек. Костыль тоже можно сбагрить. Здесь пусто. А вон вампир. Тоже. О, картошка. Так, ты же меня за дверью не будешь видеть. Он вообще меня не видит. Ну-ка, мадам. У меня есть для тебя хлам. Так, это ж покупаешь? Это же как этот вот для фиксатор, когда ногу поломаешь. На, вот здесь сырую картошку. Ну да, не густо. Чем я там отравился, я не понимаю. Этот вот значок смерти крутится, я не понимаю, что это, что от меня хотят. Птичка. Блин, я перепрыгнул. Хотел на камень запрыгнуть. Но. Вот и все. Блин, все-таки спалился. Бежит, не знаю. Ой, застрял.
Беги давай. Вообще, по идее, я должен был давно оторваться от него. Ну да. Так, стаминку. Стаминку копим, все. Камушек. Камушек на металл пойдет. Нет уж там никого? Нет, отлично, все, погнали. Лягушка. Так, еще один городок. Обойти его с той стороны. Может, там никого не будет? Так, металл. Железная руда. И свинцовая мне писали, что можно сделать. Как его? Картошку давай. Что там по весу? Ой, тяжеленький становлюсь. Жирок. Сталь, по-моему. Так, блядь, откуда ты взялся? Такой уж рядом никого не было. Ой. Еще один, блин. Ну, долго они не бегут, так что это нормально. Давай на дорогу и поперли дальше. Так, вот мы и добежали домой. Лягушка, иди сюда. Сейчас. Ой, я резко стал тяжелый, надо. Прям резко-резко. Сейчас сделаем. Что за звук? Камушки сейчас выложим. Чуть чинить надо, да? У меня там побито, здесь побито немного. Такое себе. Так, о, слитки переплавились. Давай. Вылаживай камни. Теперь я уже ходить могу. Так, ну что, давай наверстки сделаем. Так, где она там, книжка, вот. Нет, здесь готовят на этом этот предмет. А где он делается? На швейном станке, что ли? У меня его еще пока нет. Не те что. Или он в руках? Да не, в руках он не делается. Один, блин, так тоже написано. 4 шкуры, 2 веревки. Так. Готовится на ткацком станке. Да, чтоб ты был здоров. Ткацкий станок у меня доступен. Так, где он там? Да не здесь я смотрю. Вообще-то доступен. Так, типа тебе поставить. Возле наковальни поставлю. Ты не очень большой, поэтому нормально. Как раз влезешь тут. Как тебе включить-то? Тап. Так, что там тебе говоришь надо? Бревна, железные слитки, растительные волокна вот. Так, есть и гвозди. Так, ну бревна сейчас поищем. Может, у меня даже есть? Есть. Как раз два. А нафига такие... Такие большие бревна, но такой маленький. Ладно, так что там, железные слитки 2 штуки, пожалуйста. Есть. Держи. Так, и гвоздей 8 штук. Так, надо сейчас повесить мясо, чтобы сохло. Не вот это, вот это. Лягушки недаром пострадали. Но. Что-то мне можно даже поесть. Или лучше поспать сначала, а потом. Так, ветки выложи. Камушка. Иди сюда. Надо восстановить здоровье, потому что здоровья, считай, нет нифига. Ты смотри, не пропала кирка-то. Удивительно, ну ладно. Так, что там говоришь? 8 гвоздей. Гвозди у нас... Это на что? Свинцовая руда. Ну-ка. Значит, ложим свинцовую, железную. Изготавливаем
Легированную сталь, отлично. И где он? Так, это фрагмент всего лишь? Один? То есть... Ну, давай проверим. Мне кажется, что ничего с этого не выйдет. А нет. Плавится, слушай. Давай еще. Мне же нужна сталь. Давай. Во. Вперед. Писали, что не продавая слитки эти. В смысле, не переплавляя их. А я попереплавлял уже. Кобальтовая руда. Причем очень много попереплавлял. Ну ладно. Так, значит, гвозди. У меня вот здесь... Я просто забыл, куда что ложил. Вот как нет шурупы. Попортились яйца, да? Что с ним можно делать? Может, биотопливо с них можно делать? Я уже просто забыл. Так, где там? Блин, все яйца пропали. Так, тут у нас еще что-то есть. Она не стакается, зараза. Так, ладно, перья есть. Вот тебе перья. Перышки. А где гвозди-то, алло? Может, сейчас тогда сделаем? У меня гвозди-то... Тут только одни шурупы. Гвозди, я что-то в упор. А, вот, блин. Смотришь. Так, есть. Книжка. Рюкзак. Готовь. И... О! Странно, а для еды что такой маленький все остался, или он такой и будет? Ну, по крайней мере, здесь этого хлама можно хранить очень много. А что ветки не выложились все? Что, уже все полный? Понятно. Тогда кинь их сюда. Это не сожгется? Почему-то нет. Воды нет, нифига. Но есть чуть-чуть буквально. Так, тыквочка. Все повырастало. Арбузы, лук, картошка. Сожженные задыни. А ты что, не вырос? Или вырос? Наверное, вырос. Да-да-да, вырос. Еще ветка, еще в костер. Надо воду, конечно, поставить. Картошку поставить, пускай печется. Так, водичка. Блин, F2. Мне нужна фляга побольше. Надо сейчас будет посмотреть. Флягу побольше. Там алюминий, по-моему, нужен. А мне нужно строить эти вот добывающие приблуды эти, которые из земли тянут ресурсы. Так, 180. Добытчики. Так, руды. Так, есть это. Вылей. Потом вылишь. Поджигаем. Когда потушим костер, подожжем. О, пускай горит. Мясо сохнет. Это тоже должно быть выплавило сталь, да? Отлично. Так, пока потуши. Так, есть. А что-то на тебе еще можно делать? По-моему, можно ткань делать, если ничего не путаю. Так, можно заготовить на ткацком станке. Из чего? Ткань, пластик, растительное волокно. Пластик дорогой, а пластик из чего-то делается? Не знаю. Так, а это что, сало? Животный жир. Можно готовить на верстаке с использованием... Что вот на верстаке из жира сала делать? Серьезно? У меня есть один кусочек. Правда, одного мало. Может, по-моему, где-то были еще. Есть там. Много их есть. А ну. Так, одно.
Еще одно. Так, так. Ладно, блин. Волокно есть, это есть. Где ж сало? Вот оно. Скинь сюда, это скинь сюда, пускай тут будет. Блин, все попортилось, ё-моё. Так, что тут крякает, блин, все время? Где кто? Идите в баню. Енот? Ты меня случайно там еду не тырил? А что ты такой большой, енот, алё? Такой маленький был. Я тебе в кармане мог внести, блин, а тут раз резко. Меня не взял. Серьезно, он такой был маленький. Да в этом смысле был, он и есть маленький. Они все только как будто, блин, там, как будто медведя несешь. А не енота. Так, куда побежал без енота-то? А, да, у меня ж нет верстака. Поваляйся тут пока. Камушки выложи. Это сюда. О. Так, спим в двери. Эти двери нам особо не помогут, если вампиры придут. Так, 9. Хорош пока. Не будем тратить. Так, железо. Верстак. В смысле, опять этот... Как он там... Объекты. Разделочный стол. Во. Ставим там, где он был. Да что ж такое? Я нажал. Так. И сколько там тебе, говоришь, что надо? 10 железных слитков. У меня... Вот, есть как минимум. 2. 3. Так, сразу камни надо ставить. Ну и поджечь надо было бы тоже. Пускай переплавляется. Так, и зажигалочку. Клац, это пускай пока потусит. Так, выложи. Забираем. Блин, я весь металл сейчас переплавлю. Так, во, давай, пошли, енотик, полоскун, блин. Так, мне нужен топор. Надо пока дропнуть копье. Ты выкинул его? А, понятно. Чик. Все влезло. Так, кожа где-то вот здесь будет лежать тогда. А где кожа? Что, с енота не дропнулась кожа? Что за бред? Или тоже на потолке где-то застряла? Да нет. С него ничего не дропнулось. Вот и странно. Так, костер. Ой-ой-ой. Он уже давно вскипятил воду. Так, почка. Там ничего нет? У меня одна картошка была. Так, это сырое мясо. Тоже пускай сушится. Ну, да куда ты его? Я ж вот сюда, на, вроде бы не. О. Повешай. Пускай сохнет. Это надо поесть. Это грязная вода? Конечно. О, помой руки. Я пустоши. А мне, пожалуйста, свеженькой водички дайте. Еще и мало, блин. Так, это вот-вот. Точнее, она уже. Надо потушить.
Не туда ты. А иди твою мать, я ж... Так, ладно. С этим делом так, камушка. Что у нас там по фляге, надо посмотреть. Потому что фляга это вообще самое слабое место. Получается, ой-ой-ой. Сейчас. О, давай. Плавься. Так, кости, фрагменты костей, надо разбабахать их. Так, задай мне одну. Ложи сюда и типа все сразу. Раз. 12 осколочков. Так, жир. И осколки. Отлично, потом что-то с ним сделаем. Так, яйцо сколько еще будет? 3. Еще подержится немножко, да, но уже недолго. Что хреново само по себе. А у меня, получается, нету этих вон, да? Вообще нету. Так, разделить вам половину. 7 штук мне хватит. И сколько у меня теперь вес максимальный? 75 килограмм. Понятно. Прилипло. Так, значит, хорошо. Где этот делается термос? Так, еда. Вот он. Чуть большая фляга. 200 единиц воды. Можно готовить на верстаке. А что для этого надо? Алюминиевый слиток аж 3 штуки. А у меня... Сомневаюсь, что будет вообще. Это что у нас? Свинцовый слиток. Алюминиевый один, и руды никакой алюминиевой у меня нет в помине. Хреновенько. Так, это скинь. Да здесь некуда, что ли? В баню. На пол кинь, да и все. Вот, отваляйся. Так, о, фрагментики готовые. О, один слиток уже будет. Что, я много взял? Ну ладно. Много, не мало. Так. Тут вот еще есть 5. О, блин. Во, отлично. Так, слитки пошли. Значит, алюминий. А у меня алюминия нет. Смотрим дальше. Я могу сделать... Вот эти вот, которые добывают, где они там. Электричество, это не то. Хранение тоже не то. Кстати, вот для ящик для тыков 12. И для арбузов надо. Это вещь нужная. Так, еще для арбузика. Объекты. Хранение. Арбуз. Они так вроде дольше хранятся, когда целиком лежат. Тут немного поменьше, ну ладно. Так, гвозди там, да. 12 одинаково. Доски 12. Боюсь, у меня столько всего нет. Снова руби деревья. Ты смотри, хоть. А, так гвозди ушли. Все, гвоздей, йог. Здесь только 5 досок. 5 бревна нужно. 5 бревна, деревья. Лягушки. Киш, киш, киш. Ветки давай. Камень. Там же, наверное, металл переплавился. Вообще, мне надо большую сделать. О, кто-то даже бревно еще не собрал. Мне нужно большую сделать. Это вот... Так, большая птица. Не пугай меня, блин. Где моя стрела? Нету, да? Вот, блин. Или она провалилась куда-то? Это будущие стрелы. Она тоже будет заняться ими. Так.
Спереди-то нас живут где-то здесь. Или где-то здесь. Или где-то там. Вот они. Камушки. Так, есть. Дай мне слиток. А камни? Камни так быстро расходуются. Так, во. Дайте мне гвоздики. У меня нету гвоздей. Так, 12, 12. Все можно выложить. Теперь дело за малым. За досками. Так, давай сюда их. Аж целый один? Аж целый один. Серьезно? Один гвоздь. Почему-то мясо вот не дается. Так, о, уже почти высохло. В разное время. Так, вот так, печенку надо съесть, пока она не пропала. Она немножко мне дает это вот. Так, ну-ка. А, подожди, надо же достроить хотя бы что-то. Давай арбуз сначала. Есть, остальное сюда. Аж целая одна. Ну-ка, арбузик. Во! Сколько он там, интересно, портится, я не знаю. Лягушки опять. Так, а бревен совсем нет, да? Надо опять эти рубить дрова. Так. Ты ж так и не досмотрел. Объекты. Так. Вот что это. Экстрактор минералов. Вот это мне надо. Что там надо? Железная слитка 18, доска 8, гвоздей 8. Ну это фигня. Экстрактор глинистой почвы. А это что? Угольная печь, железный слиток, винты. И что она будет делать? Только отапливать? Так, вот это вот лучше бы сделать с кирпичей. Еще кирпичи надо будет наделать. А, надо еще поддон для кирпичей сделать. Надо много чего. Так, глинистой почвы мне не надо. Мне вот минералов надо. Слушай, а где ее можно ставить? Где угодно? Или в определенном месте? Ну, допустим, где-нибудь. Что это? Бревно лежит. Ну, допустим, где-нибудь вот здесь вот поставить возле дороги. Чтобы не близко возле меня было. Вот, например, вот здесь, где нету деревьев. Вот, вот тут прям нормальное место, более-менее ровное. Надеюсь, так можно делать? Не знаю. Так. 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 Вот. Нового. Да, нормально. А может быть, здесь на карте какие-то места особые? Типа, где... Да, вроде нет. Так, железных слитков. Аж целых 18 штук. У меня один был, да, я положил уже. 18, мать его, слитков. Это очень дорого. Очень... Мягко говоря. Да, это, блин, жестко, ничего не скажешь. Ну что, мы сейчас еще пойдем нарубим камни. Это у нас какая? Каменная кирка, вот ее надо использовать. Оружие железную пока придержи, а эту возьми. Так, бери ящик с камнями. Так, как его там N передвинуть? Сейчас рубанем где-то камушек. Ну, не могу его взять одновременно. Так, давай ставим рядом. Троечка. Ох. А
А камушка там много. Наверняка все еще не влезет. Или влезла, ты смотри, влезла. Давай еще это дальше передвинем. Это же все потенциальные металлические фрагменты. Да, все еще ложится. Так, вот камешки есть. Я тут уже немного почистил. Скажем так. Но. Тут сказать, кирка сломалась. Сломалась. Серьезно? Ладно. А вот огурчики я возьму халявные. Я что, выключил интерфейс, что ли? Нет, а почему? А почему интерфейс пропал? F8. Не знаю. Почему-то боковые от этого пропало все. Странно. Баг какой-то, что ли, случился? Так, где ящик я уже делал? Возле какого-то камня должен быть. А нет, я не донес до камня. А вот он, я все-таки донес. Так, и что там надо на тебе, на кирку и те же пассатижи? Классно, листики мне прямо перед носом. Так, кирка, говоришь. Где она там? Вот она там. Каменный клинок. Каменный клинок надо сделать. Растительные волокна 2. А у меня ни одного нет. И топора с собой нет. Ай. Топор надо сделать. Вроде так. Есть. Троечка. Бревна никогда не были лишними. Вот и волокно. Так, и там что-то надо было, клинок. Раз, два. Вот еще и кора, кстати, дропнулась. Так. А, все, один надо. Ну, один так один. Так, и давай сделай. А веточка есть? Нету. А, вот есть веточка. Возможно, там даже не одна нужна. Что, Китри, что такое солнце? Или усталость? Я задолбал. Почему у меня этот боковое меню пропало? Ладно. Поставим теньки. А, все нормально. Нормально, такой топор надо выкинуть. Вот так все будет нормально. Блин, серьезно, у меня был топор. В смысле? Отдай копье. Так, 5. Готовь. Троечка. Единичка. Блять. На двоечке, а почему? Ну ладно. Будет на двоечке. Давай еще камни расфигачим. Он то ли устал, блин, я не знаю. Так, вроде все. Так, берем ящик в руки. А бревна могу еще взять? А теперь ящик можешь взять? Может. Деревья все возобновились. Так, ладно, сюда положить можно? Можно бросить. Так, а почему я такой тяжелый стал? В смысле, не могу бегать? Ну давай, ложи, что ты там? Да ладно, он уже здесь стоял. Может, воды нет или еды? Да что такое? Да поставь когда-нибудь сначала вот сюда, во. Где мои показания все делись, блин, я не понял. Наверняка он хочет есть или пить. О, появились, слушай. Вода кончилась. О!
Блин, ну было ж только что. Слава богу. Так, на тебя коруй, не бухти. Так, угу. Еще вот здесь вот. Как раз будет два слитка. Ой, слиткам надо много. Капец. Еще осталось даже. Так, вот эту печку тоже надо задействовать, потому что это все фигня. Надо в ящик положить. Это у нас стальной слиток. Две штуки. Кстати, где арбалет делал, который... А, вот он. А что... Чем же он должен стрелять? Так, может готовить на лучшем местаке. Знаешь, какие-то стрелы ему нужны. Костяная стрела. Так, колчан. Стрелять из лука. Вероятность разрушения стрелы 0%. А это? Это стрелка транквилизатора. А это что? Боа, вот болт. Он выглядит вообще как копье какое-то. Так, можно изготовить на улучшенном верстаке. Железных фрагментов 2. Перо и палка. Угу. Не знаю, насколько арбалет лучше. А это что? Стальное копье. Это потом все это. Сейчас мне нужно самое главное построить экстрактор. У меня масло есть, там биотопливо есть немного. На чем он там? Бензин есть. Так что на чем-то там будет работать. Так, попробуем достроить для тыквы. Угу. Есть, пошли тыкву сорвем. И надо арбуз было посадить, я его не посадил. Я молодец. Это огурец, да? А, ну ладно. Что посадил, то уже и будет. До свидания. А в руках вроде больше кажется. Почему? Почему мне здесь оказался... А где же арбуз? А, я же с ней понял. Я же семечку с него не взял. Я молодец. Семечки у меня где-то были, только не здесь. Какой-то из ящиков были семечки. Семена арбуза одно. Ладно. Семена дыни, огурца, картофеля, росток лука. А где же еще? Ладно, сади, что есть. Пускай растет. Картоха это. Так, лягушки. Давайте еще сделаем пару бревен. Поставим и пойдем туда выложим. Так, камешек давай мне. Мне. Так, смотри, еще одной доски не хватило. Лягушка, лягушка. Мне одна нужна. Вот, отлично. Так. Постепенно слитки наполняются. Так, пускай. Как сделаю по три штуки, по четыре, шесть штук и поставлю их переплавляться. Отлично. Так, ну вот. Собрал я уже нужное количество. Так. Клац и клац. Во. Сейчас у нас будет 6 слиточков. Конечно, этого недостаточно. Но потихоньку собирается. Так, сколько там у нас еще осталось? Сейчас столько же надо. Классно. Блин, случайно сдох, выпил грязной воды и умер. Вот классно, блин. Вообще капец. У меня была в фляге грязная вода, я забыл. Выпил, и все, и привет, и умер. Им это не серьезно, блин. Так, сделаю поддон для сушки кирпичей этих. А, вот, я просто не заметил сразу почему-то. Почему-то он мне вот сюда посмотрел, где-то пропустил. Так, может изготовим бетонную или вручную. Ну, давай, две штуки. Так, здесь 10 песка. А глиняная почва, я не помню.
Я брал, не брал. Сейчас посмотрим по ящикам. Так, итого почти. Я просто потратил один слиток на гвозди вот сюда вот. Так, я только что иду, возвращаясь к камню, набил, смотрю. Курица вовнутрь зашла. Наглую. Сейчас, блин, мне то, что похрену... Выбежала, зараза. Ну ладно. Курица явно нарывается. Цыпа. Так, лягушки нам пока не надо. Я немного собрал. Сейчас уже скоро вот-вот. И все слитки будут готовы. В принципе, по-моему, уже хватает. Вот только переплавить надо. Еще дрова. Внезапно скотина подошел ко мне сзади и разбил. Ну не падла, а. Одно только мясо осталось. А чё, откуда ты взялся? Наверное, сейчас нападение, наверное, будет. А у меня ни забора, как всегда, ничего нет. Главное, чтобы они тут не разбили. Хотя он еще не построенный, но... Не, ну серьезно, откуда он взялся? Блин, а? Так там металл уже должен был переплавиться. Вот он мне кобальтовую руду дал, молодец. Где она мне тут вот здесь, по-моему, да? Да, вон, на скинь. Так, что тебе надо для работы? Добавить масло. Масло вроде бы я собирал. Канистры маленькие вот эти вот, во. Кирпич так просто не сделаешь, нужно еще и этот иметь. Так, где он там? А, включить. 4 минуты 56 секунд. Обалдеть, а что же интересно добудет мне за один раз? Так, вот так пойдет на превью, чего бы и нет. Так, розум добыл, у меня всего лишь один металлический вот этот вот жруду. Серьезно, я думал, тут... или здесь рандом какой-то. Наверное, титан будет падать или еще что-то. Ну, пока можно подождать. Еще там 2 минутки. Почти 3. Так, сделаем тогда еще один слиток этот. Легированной стали. О, хорошее дело. Пускай тут где-то лежит. Серьезно, она мне камушек добыла. Я же не поставил здесь, чтобы добывать. Тут вот рандомный, блин, офигеть можно. Сколько там? Ну, топлива еще дофига. В общем, ладно. Буду что-то добывать. Надо еще строить этот вот глинистый, который глину добывает. Блин, надо много-много слитков. А ну сколько там слитков нужно на этот именно приблуду? Объекты. Экстрактор глинистой почвы. 18, то же самое. Все вин... А, здесь только еще винты нужны. Гвозди, доски, даже больше еще надо. Так, водокачка. Алюминий. Где я вам алюминий возьму? Ну ладно, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.